Крым испытывает дефицит чистой воды. Об этом сообщил на странице Facebook глава Крыма Сергей Аксенов по итогам совещания с министром природных ресурсов страны Дмитрием Кобылкиным. Впрочем, ситуация не критична, добавляется в посте. Аксенов призывает крымчан поспособствовать решению проблемы вдумчивым использованием воды. Также существует необходимость в устранении потерь на водонапорных сетях. Помимо этого, планируется провести эксперимент по снижению цены на куб там, где потребление воды составляет меньше 3 кубов. Пилотный проект работает в Судаке, а к 1 декабря правительство намерено реализовать его в других городах. Также Аксенов подчеркнул, что в ФЦП заложены средства в размере 20 миллионов рублей на реконструкцию межгорного водохранилища. Это позволит решить вопрос с потребностью в воде Симферополя.